Добрый день, компания Росproperty рада приветствовать вас в солнечной Турции, в Аланийском районе Махмутлар. Здесь мы ради комплекса, который расположился всего лишь в 400 метрах от Средиземного моря, имеет инфраструктуру в виде открытого бассейна с детской зоной, зону отдыха и барбекю, финской сауны, фитнес-центром, настольного тенниса. Также управляющая компания является сами жильцы этого комплекса. Еще в одной минуте расположилась конечная остановка общественного транспорта, с которой вы можете уехать в любую часть города. И в одной минуте отсюда расположился супермаркет. Сейчас мы с вами рассмотрим необычную планировку 1+1, потому что здесь есть просторный коридор, как мы все любим, где мы можем встречать своих гостей, провожать. Также он настолько просторный, что здесь вы можете установить платяной шкаф. Давайте вернемся к планировке. Планировка у нас 1+1, это один санузел, одна хозяйская спальня и кухня, совмещенная с гостиной. Сейчас мы с вами проходим в зону кухни. Здесь у нас кухня угловая, а кухонный гарнитур с автодоводчиками. Вся бытовая техника новая, фирмы Бико. Кстати, это очень хорошая марка. Также, несмотря на то, что у нас угловая кухня, у нас есть отдельная обеденная зона. Квартира у нас имеет привлекательную стоимость, которую вы узнаете во второй части видео. Также она от собственника. Все, что вы здесь видите, мебель, бытовая техника, в принципе, техника будет принадлежать вам. А сейчас из просторной гостиной мы выйдем с вами на балкон и все там рассмотрим. На балконе у нас уже есть отдельная зона отдыха, также открывается вид на горы. Кстати, в этом сезоне за этой горой будет уже открыт горнолыжный курорт. Соответственно, жилье в этом доме и районе будет максимально ликвидно. Квартира имеет 78 метров квадратных, так как дом у нас построен в 2016 году, соответственно, он уже проверен временем, и вам не стоит ждать здесь каких-то сюрпризов. Давайте рассмотрим хозяйскую спальню. Спальня у нас имеет двухспальную кровать, большой платяной шкаф, и во всей квартире у нас система кондиционирования. Ну что ж, на этом мы будем с вами прощаться. Уходя из этого комплекса, хочется сказать, что здесь очень уютно, как дома. Если вам понравились данные апартаменты, то заходите на наш сайт rosproperty.ru и вводите номер объекта 7186. А стоимость апартаментов на сегодняшний день составляет 49 500 евро. Если понравился обзор, ставьте лайк в комментариях, задавайте вопросы, если они у вас еще остались. Наши лучшие менеджеры с удовольствием ответят на них. Не забывайте про колокольчик, чтобы всегда быть в курсе последних событий жизни в Турции. И помните, компания Росproperty гарантию лучшей цены на недвижимость по всей Турции. До скорого!